выход делать. Тут у нас 2B против Найтмара. А, Найтмар, я, блин, не думал с Дигой, я думал, сейчас будут две шлюхи. Но нет, Найтмар наш, как многие Найтмар-плееры любят говорить, лоу-тир. Так что сейчас... Кто так говорит? Будут страдать. Так вроде только я говорил. Сейва. Банит вроде как. И у нас Лакмус любит полезть. Видите, время у нас неплохо так прессит. Бля, зачем? Он еще пошел, мышь. Ладно, хотел бы чуть-чуть нейтрал попытается поиграть Лакмус. Иначе наконец пользоваться автонейтралом 2B. Не-не-не, автонейтрал у 2B включается при включении солчажа. И это об стенку, это килл. Крупным планом жопу нам показали последними кадрами. Все. Что-то как-то у нас Ви, походу, забыл, как клочить. А может, у нее геймпад отключился? Нет, нет, вроде стрелочки работают, он провелся. Но отхватывает очередной NC. Это, походу, у него какой-то троллинг такой. Да, возможно. Или он как-то чит-коды использует, чтобы победить. Я, по-моему, он пытался выпрыгнуть с арены, в которой нет рингаута сейчас. Да, ох, нифига. Было бы очень хорошо, если он попал в гир. Бурр! И вот, вот, он включает всю мощь Найтмара. И это будет стена, это будет продолжение волкомбы. К сожалению, угол не удачный. И каруселью забирает раунд. Лакмус не захотел вставать. Устал он что-то. Наверное, он чуть-чуть поиграл в нейтрал, так все, я устал. Слишком сложно. Сейчас у Лакмуса есть великолепная возможность включить автонейтрал 2Б. Причем два раза даже, но нет, нет, пока что не использует. Возможно, он нас услышит. Ну нет. К сожалению, он хочет поюзать 2-2-B. И... 2B хочет 2-2-B заюзать. Перфект. Забирает товарищ Найтмар. Да. Давай, Лакмус. Ты должен воспользоваться фишечками 2B. Но у меня что-то такие подозрения, что он ее выбрал не из-за того, что он такой еблово значар. Скорее из-за ее хороших прелестей сзади. Из-за ее второго меча вон того длинного, да? Да, да, да. Я именно про меч говорю. Прелесть сзади. Ну, теперь будет возможность у Найтмара спрыгнуть. Делать рингауты. Ну, судя по очкам ранкеда, конечно, тут явный перевес в пользу Найтмара. Посмотрим, что же он может придумать. Ох, какой ворот-то шикарный. Вот, и никакого паниш. А классический 2B делал бы туда 6BB, и это был бы офигенный паниш такой. И, к сожалению, ничего не делает. Зажимает у стенки, там, конечно, гигантский минус после того. Блин, он так мог хорошо так запанишь, а он решил просто так обнимашки строить с воздухом. Зачем? А ты прям знаешь этот матчап, за 2Б что ли играешь? И карусель забирает. Нельзя! Нельзя ролиться от карусели. Я за нее немножко играл, а так да, рулиться нет. И вроде как пытался что-то он сделать. Ох, не додержал Ре. Зачем? И он, я не знаю, что он там нажал. Блин, все его мания это 2-2-B, блядь, делать. Вроде хорошо использует стойки товарищ В, но совершенно не знает то, что там комбы-то можно продолжать. Даже когда стойки зажимаются или там... И он зачем-то нажимает минус. Охуенно просто. О, надо же! Наконец-то у нас Soul Charge. Наконец-то у нас автонейтрал. Но он не пользуется. Да, не пользуется красотами автонейтрала от 2B. Пользуется какой-то херней. Офигеть, это просто. И это килл.